Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 13 августа, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Дениса. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «посвященный Дионису». Небесным покровителем его является преподобномученик Дионисий Вотопецкий. Этот святой жил в начале XIX века в Греции. В то время на острове Крит свирепствовала страшная эпидемия, и Дионисий был послан туда для сопровождения честного пояса Пресвятой Богородицы. В то время восстание против турецкого ига, поднявшееся по всей Греции, дошло и до Крита. Турки взяли в плен Дионисия, пытаясь заставить его отречься от веры и принять ислам. Преподобный отказался, после чего турки подвергли его страшным пыткам, вонзая в его виски раскаленные железные колья. Преподобный Дионисий выдержал все истязания. Тогда обозленные палачи приговорили святого мученика к повешению, после чего исполнили свой приговор. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Евдокима, Германа и Вениамина, Сергея, Юрия, Ивана и Максима, а также Владимира, Константина, Анну и Елизавету. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!